Итак, начинаем мы выпуск с кадров, которые буквально несколько минут назад получили из зоны спецоперации. Военкору «Вестей» удалось пообщаться с экипажем танка, который совершил почти невозможное. Остановил колонну из 10 единиц бронетехники ВСУ. Наш коллега встретился с бойцами на позиции сегодня, когда ребят представили государственным наградам. Когда вступаешь в бой, там эмоции на другой план отодвигаются, там работа. Понимаешь, что можно и не выжить, поэтому работа выходит уже на другой уровень. Все произошло в начале июня, в разгар так называемого контрнаступления ВСУ. Противник предпринял попытку прорыва на американских бронемобилях «Макс-Про» под прикрытием двух танков. Хорошо видно, как наш экипаж устремился на перерез неонацистам. На 144-ю идет 8 единиц техники, а у нас там один Алеша. Российские бойцы на ходу открыли огонь, поразив один из украинских танков. Противники попытались рассредоточиться. Несколько машин съехали с дороги, но в итоге нарвались на мины. Одновременно по противнику ударила и наша артиллерия. Накрыли, 4 техники сразу, прям, ай. Российский танк отступил на несколько минут для перезарядки, но вскоре снова вернулся в бой. В результате колонна ВСУ была полностью уничтожена. В этом бою националисты потеряли 10 единиц техники и около 50 человек личного состава. Но вся подробная история этого подвига сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:00. Не поднять головы под кинжальным огнем, но от этой черты не отступим ни шага. Перед главным броском мы к земле припадем, ведь ни шагу назад — это наша присяга. И у этой черты, в двух шагах от кромешного ада, где пощады не жди, не выпрашивай жизни глоток, вдруг коснется щеки, как посланник волшебного сада, уцелевший в огне, неприметный, бессмертный цветок. Мешок к комбату! Принял, принял. Ура, мастеру! Еба. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть работает. Да они будут работать 5 минут максимум. Стрелять только по моей команде, дорожка. Саня, идут на нас. Янза, отходи. Поздно. Они отрезали отход к нашим позициям. Это уже не дуэль. Технику, танки, технику. Поехала техника. Наблюдая, поехали. Два танка, 5 бронемашин. Работа. Наблюдайте, Птурон, скажи. Птурон, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144-й точки. Семен, опусти пушку до максимума. Я тебя выведу на крайнего. Замысел понял. Противник уничтожен. Ах ты моя кисонька. Укусти! Поглоти третьего. Даю!
Ты ждешь Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем моем коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем моем коне. Еду весною, ворота открою, я с тобой, со мною, неразлучный навек. Тоске и тревоге, не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег.